Георгиевская ленточка. Традиционную ежегодную акцию провели молодежный совет и администрация Новомихайловского поселения. Волонтеры поздравили ветеранов и жителей поселения с Днем Победы. В подробностях расскажет Дарья Туранова. В канун 9 мая уже 8 лет подряд вся страна прикрепляет к одежде оранжево-черные ленты, вспоминая о ратных подвигах наших дедов. Традиционные ребята из молодежного совета Новомихайловского городского поселения проводят акцию «Георгиевская ленточка», посвященную Дню Великой Победы. Мы каждый год раздаем георгиевские ленты. Она начинается с 1 мая по 9 мая. У нас сделаны рейды, разбиты ребята по парам, которые каждый день выходят на улицы нашего поселка и раздают георгиевские ленты. Сегодня в поселении проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны. Их помнят и ценят. Они частые гости в образовательных учреждениях. Сегодня в гости приходят к ним. Представители администрации и казачества поздравляют всех с Днем Победы и преподносят подарки. Участники войны радушно встречают гостей и рассказывают о событиях тех страшных лет. Многие из них были тогда еще детьми. Это для нашей страны, для всего народа, это великий, самый великий праздник. То, что пережили наше поколение – ваши родцы, там, деды, братья, сестры – это вообще страшное дело. Благодаря этим людям, их силе, воле и мужеству сегодня наши дети могут беззаботно жить и строить планы на будущее. Благодарность ветеранам выражают и в соседнем селе Плехо, где организован праздничный концерт. Эти кровавые страницы истории не будут забыты, ведь события ее затронули каждую семью. Дарья Туранова, Алексей Кузьмин, Владимир Плехов, телеканал «Орленок ТВ».